Всем привет, на канале Мосолимп. Сегодня в работе у нас Hyundai Solaris. Автомобиль уже разобрали, поверхность подготовили к проклейке, все обезжирили. Вот такая у нас штатная шумоизоляция в данном автомобиле. Голые арки, в багажнике голые крылья. Вот такая вот площадь необработанного абсолютно металла. В машине стоит газ. Немножко уже сами проклеили. Будем добавлять. Разобраны двери на авто. Двери вообще голые. Ни одного кусочка вибра. В дверях нет. То же самое разобрана передняя водительская дверь. Нет, водительская немножко вибра добавлена. Ну все по минимуму. Двери звучат как барабаны. Автомобиль, конечно, нуждается в дополнительной шумоизоляции. Разобрана крыша. Вот так у нас завиблена крыша. Один небольшой прямоугольник на всю такую площадь. И на этом все. Так, по салону. По салону средне так все завиблено производителем. Не сказать, что вообще нет виброизоляции. Минимально что-то есть. Но шумный автомобиль. Сделаем его комфортным, добавим виброшумоизоляции, и будет все отлично.